Алло, Гугу, с вами Бадим. Продолжаем проходить вампир. Судя по вашим отзывам, прохождение этой игры будет на канале не лишним, да и самому мне игра вполне понравилась. Мы не взяли от нее еще всего того, чего хотели бы для того, чтобы понять полностью и составить мнение о ней, поэтому давайте продолжать. Мы сейчас находимся в убежище. Карта мне, честно говоря, кажется очень неинформативной, но, видимо, со временем она для нас станет более информативной. Ничего прокачать и ничего скрафтить мы не можем. Я играю после приличного перерыва, поэтому сейчас еще буду путаться в управлении. Смотрите, что со светом происходит. Я думал, это что-то с текстурами, на самом деле все нормально. Я могу упасть с такой вот трехметровой высоты, и мне ничего не будет. Почему? Потому что я вампир. Странно. След петляет, словно убийца был пьян или шел в нерешительности. Так, давайте посмотрим, что у нас по заданиям вообще, в принципе. Так, карантин. Что такое? Какие-то главы непонятные. Выследить убийцу, расспросить местных. Мы выяснили, что у Дейсона переутомление. Также я выяснил, что вы не очень хотите, чтобы я их всех ел. Сабрина скрывает свои чувства к своему боссу Тоду. Наверное, нужно будет это использовать. Я не совсем еще понял, насколько здесь вариативность диалогов влияет на продвижение и на концовки. Но давайте будем выяснять. У меня не так-то много. Так, как снять маркер? Создать маркер, убрать маркер. Отлично. А это что такое убежище? А вот это перышко, это что такое? А, это все такой один знак. Ладно. Короче, не до конца я еще договорил, судя по всему, в этом баре. Давайте выяснять дальше. Добрый вечер. Чем могу помочь? Хочу задать вам несколько вопросов. Ну, хорошо. Так, ну, судя по всему, вот это продвижение по сюжету. Я говорил с доктором Сонси, он не тот, кто мне нужен. Выкладывайте на чистоту. На чистоту? Я подозреваю, что вечером здесь был кто-то еще, и кажется, Том не хочет мне об этом рассказывать. Я просто официантка, ясно? Если Том говорит, что кроме вас никто не приходил, значит, никто не проходил. Я чувствую ваш страх, мадам. Пожалуйста, расскажите мне, что случилось. Уильям Бишоп. Он пришел до вас, и мне казалось, он кого-нибудь прибьет. Давайте по полности. Почему вы так напуганы? Его кожа, руки. Я потом отскребала каждый стакан, каждый стул, к которому он прикасался. Надеюсь, это не заразно. Что произошло сегодня вечером? Он, как обычно, нарезался в усмерть. А уж его глаза и лицо. Наверное, подцепил что-то ужасное. Он так кричал. Это было страшно. Расскажите мне про этого Уильяма Бишопа. Уилл моряк. Раньше он работал на консервном заводе, но его уволили. Он хороший парень. Никогда ни с кем не дрался. До сегодняшнего дня. Зачем это скрывать? Что тут такого? Том не предает друзей. Когда Уилла уволили, Том предложил ему поработать здесь. Раньше они дружили, но Уилл вдруг стал очень злым. Понятно, спасибо за откровенность. Я непременно поговорю с Томом. Слушай, ну тут прям расследование из расследований. Со всеми базарить надо, что-то выяснять. Добро пожаловать, наш-то... Что искали, нашли? Нет, не уверен, что больше никто не приходил в паб для меня, а? Я же сказал, кроме вас чужаков здесь не было. Ах ты ж скотина, врешь мне. Подсказки горожанок. Вы можете заставить горожанина поделиться с вами информацией, если у вас есть подсказки. Синяя строка. У меня есть синяя строка. Том, расскажи мне о везде вашего старого друга Уильяма. Да, Уилл сегодня заглядывал, но он мне больше не друг. Кто он такой? Уильям? Простой моряк, который слишком любит джин. Он много лет работал на консервном заводе, пока тот не закрылся. Он опасен? Ну, чуточки, не чуточки. Как многие пьяницы, он только с виду наглый, а на самом деле не держится на ногах. Как он выглядел сегодня? По-другому? Более болезненным, чем обычно. Он
ныл про то, что все его ненавидят, звал меня поговорить на улице и ушел, когда я отказался. Так. Если он вам не друг, зачем вы мне солгали? Я не лгал. Я сказал, что вы сегодня были единственным знакомцем, и это правда. Я должен его найти. Это срочно. Вы знаете, где он? Может, он в лодке. Она стоит у северного пирса. Он часто там спит, когда напивается. Пожалуйста, опишите его мне. Чего вы ожидаете? Ищите высокого ублюдка с лишаемыми лохматиями. Раньше Уильям был сильным, а теперь превратился в развалину. Спасибо, Том. Если увидите его, передайте, что я его не пущу, пока он не приведет себя в порядок. Ну хорошо, выследить убийцу. Мы нашли маркер. Ты что-нибудь про Тома знаешь? Здравствуйте, сэр. Могу я снова с вами побазарить? Через слово, ты страшен, как смертный грех. Что здесь вообще происходит? Все куда-то попрятались. Наверное, ты здесь недавно. Не слышал, что ли, про убийство? Все боятся, по-моему, пса. Или имя как чудовище из страшилки. Ха! Люди всегда будут верить в монстров. Это легче, чем признаться в собственных грехах. Каждый может стать чудовищем. Ладно, с тобой особо не побазаришь. Да, оставлю тебя с бутылкой. Так, ну слушай, ну учитывая, что жрать я их не хочу. Здесь я, в принципе, все обыскивал, никаких зацепок я не видел. Пошли искать лодку на пирсе. Это где-то вон там. Я там был, кстати говоря, в прошлой серии, когда бегал. Так, мне бы вспомнить боевку, если честно, я ее вообще не помню. Ладно, разберемся. Я доберусь до правды. Узнаю, что сделали со мной и с этим городом. Я был на этом пирсе. Здесь можно еще перескочить. Наверное, это консервный завод, скорее всего. Так, в какой-то из этих лодок должен быть забулдыга. И вон мы его нашли. А есть здесь что-нибудь еще интересное? Кровавые пятна. Тело еще теплое. Из бедняги недавно выкачали всю кровь. Давай осмотрим раны. Он совершенно обескровлен, как и предыдущая жертва. Этот человек был вооружен и пытался защищаться. Что это? Записка? Записка-записулька-записулечка. 30 октября. От Маккалума. Кому? Патрульным в доках. Множество погибших в районе доков. Мы полагаем, что там действует опасный кровосос. Найдите эту тварь, ликвидируйте ее, дабы быстрее. Внимание, судя по недавнему сообщению, этот вампир очень агрессивен, действуйте с предельной осторожностью. Я знаю, что в этой части города у нас не хватает людей, но не поручайте это дело новичкам. Если я не ошибаюсь, то тут действует бешеная тварь, которая убивает каждую ночь. Как всегда, сначала смотрите заброшенные старые дома, подвалы, склады и канализацию. Уничтожьте кровососа, братья. Лады. Неужели они профессиональные охотники на вампиров? Кровь и бутылки из-под джина. Этот бишоп тот еще пинчуга. Все. На другом берегу канала кровавые лужи. Добраться бы до той баржи. Да, добраться я могу. В чем проблема-то? Так, на этой территории мы еще не были. Тут явно будут забулдыги, которые будут пытаться меня убить. Так, а здесь я, по крайней мере, уже могу что-то делать. Сейчас я быстренько вспомню, что у меня тут стоит в горячих слотах. Аутофагия. Восстановление. Вы расходите свою собственную кровь, чтобы немного полностью здоровья. Вспомнил. Так, а вот этот штык. Копье, которое проводит сквозь всех врагов перед вами. Ну, понятно, еще прокачивать надо. Ладно. Патриков, кстати, у меня нету, да? Патриков у меня нету. Ну, пошли. Идем по следу кровавых мертвецов. Так, ага, здесь у нас сопротивление. Стрелок и стражей. Он довольно-таки далеко, но при этом довольно близко. Вы заметили? В первой серии, по крайней мере, заметил, что они меня чувствуют просто за милю сквозь стенки. Блин, мне не хватает здесь возможности красться, если честно. А, здесь раз, еще один, четвертый уровень. Ладно.
И не хватает пока возможности скрытого убийства. Я не знаю, может быть, она еще будет. Но пока мне ее не хватает. Скрытого убийства я имею в виду, что я подошел и сразу убил. Не так, что я подошел, ударил. Он понял, что я тут. И начал меня мочалить. Так, он один, да? Попробуем подкрасться. Давай попробуем. Там еще один, что ли? Что там за красное такое пятно? Вроде сделали по-тихому, да? Но это что за скрытая атака, если его тупо оглушают? Ну, понятное дело, что ее нужно прокачивать еще. И явно скрытая атака в итоге окажется довольно-таки скрытой. Оружие для дальнего боя. Нажмите Y, чтобы применить оружие дальнего боя. Оружие носит обычный урон или урон оглушения. Не забывайте число патронов ограничено. Ящик с патронами. Отлично! Они мне пригодятся. Такое чувство, словно я словно на фронте. Так, вон там они, да, стоят? Вижу. Так, что у меня там по Патрикам? 6 из 6. Ну, пока поставим, но, блин, я не уверен, что я особо хочу сейчас что-то делать. Куда ведут следы вообще, в принципе? Вон там, видишь, это, крыски. Слушай, ну мне все время хочется здесь что-нибудь под... А, ну в принципе здесь есть что подбирать. В принципе есть что подбирать. Потому что оно не светится, когда ты используешь зрение. Досье врага. Нажмите L, чтобы поблизости увидеть досье врага. Некоторые враги устойчивы к определенным видам урона. Они помечены в соответствии с четырьмя видами урона. Физический, ближний бой и дальний бой. Магическая кровь. Магический кровь и тень. Оранжевый цвет означает среднюю устойчивость, красный цвет означает высокую устойчивость. То есть он устойчив к ближним атакам и к дальним атакам вообще устойчив. Поэтому, а что такое тень и кровь, это то, что у меня как раз стоит. То есть его можно вот этими предметами мочалить, самый идеальный вариант. Ладно, надеюсь, он меня не быстро заметит. Опа, здесь уже обыскали ящик. Что за хрен? Ладно, пошли посмотрим, что наверху. А вот здесь нельзя взять ничего. Собиратель внутри меня все еще жаждет собирательства. Так, наверху вроде никого, да? Все заперто. Может быть, я смогу здесь пройти, нет? Пока какой-то вариативности не дают, пока коридор. Ой. Ты кто? Ты... Так, ты... тебя ближним боем херачить надо. Или получается атака этого копья, да? Подойти идеальный вариант к тебе сзади. Чё-то как-то тебя не заметил. Я думаю, он меня здесь увидит, да? Смотри, сука, какой внимательный. А, вон, смотри, он сразу мочканулся. Да, то есть нужно досье врага использовать всегда. Смотри, как он сразу с одного удара мочканулся. А тех у меня совершенно были восприимчивы к этому. Ладно. Давай, пополним здоровье. А чё, я не пополнил-то нихера? Как-то нихера не пополнилось. Ладно. Видимо, оно еще перезаряжается. Но крошку сосать надо. Крошку сосать надо. Так, что я сюда пришел-то? Ничего сюда не пришел. Особо здесь ничего интересного больше нету. Я думаю, может быть, как-то по крышам пройти, но хер с два. Ладно, пошли с теми разбираться. Так, у этого, значит, копье. Их двое при этом, блин. Как бы. Хрен ты его оглушишь, да? А второй?
походу только мочалится. Блин, какие неудобные ребята. Так, сейчас полегче будет, сейчас будет полегче. Я не могу сказать, что я в местной боевке сейчас пока что хорош, но я буду в ней хорош. Не совсем понимаю, эту способность восполнять здоровье, она вроде как у меня есть. Я ее как-то вот сейчас использую, ничего не получается. Ладно, сейчас разберемся. Так, здесь еще какие-то стрелки, да, рядом есть. Есть возможность пойти туда наверх. Пока игра линейная. Так, у него все, кроме дальнего боя, поэтому даже его использовать не будем. Пока большинство кто попадается. Все с иммунитетом к дальнему бою. Так, мы вообще где территориально? Так, кровавый след, по идее, ведет нас куда-то сюда. Здесь у них база, да? Давай попробуем сверху. Игра меня как бы ведет сюда. Я опять не могу подлечиться. Почему я не могу подлечиться? Я что-то не понимаю. Первого уровня. Вы расходите свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Она у меня прокачанная. Ну ладно, что. Надо, видимо, соснуть сначала. Так, он вроде как один тут, да? А нет, он еще второй. Да нет, тут до хрена вообще. Раз, два, три, здесь трое. Если я спущусь, соответственно. Давайте попробуем по-моему. Блин, ну я сейчас панику подниму, здесь начнется жопа полная. Давай попробуем тогда по-другому. К нему попробуем подойти сзади. Блять, да он теперь сюда пришел. Не, это нормально, нет? Я вроде нормально наелся крови. Только почему я не могу подлечиться в любом случае? А, ну потому что, блин, я дурак сижу. Я считал, что красная шкала это мое здоровье. У меня это зеленая шкала. Поэтому я и подлечиться не могу. А я смотрю на шкалу крови. Думаю, да что ж такое-то, почему я не могу подлечиться? Ну как всегда обычно, все проблемы из-за тупости. Ладно, по крайней мере хорошо, что панику не подняли. Тут бы понять бы, нужно ли мне туда спускаться, чтобы что-то понять. Кровавый след, в принципе, ведет меня дальше. В принципе, я могу их обойти. Только есть ли здесь что-то из полезных предметов, вот в чем вопрос. Ладно, давай попробуем. Он в уном, да? Еще один. Какой-то жесткий. Нет, это показалось мне так, что он жесткий. Слушай, ну они тупари, да? Они особо не слышат моих этих атак, поэтому, в принципе, стелс здесь допустим. А что, можно было здесь зайти, да? Ну ладно. В принципе, я сделал все нормально. Все шкалы заполнил, в принципе, потихонечку. Можно будет идти. Я все-таки постараюсь с ними разобраться.
Так, ну, в принципе, ко всему уязвим, кроме дальних атак, да? Мне, наверное, не получится убить его так. Крысы часто водятся, да, я понял. Я просто боюсь, что если я сейчас начну бучу, то я потрачу много всего. Если я его оглушу, то начнется буча, правильно? А там что-то можно подобрать, по-моему. Я видел, что-то блистало. Ладно, хрен с ним, оставим их в покое. Тем более, что след ведет сюда. А здесь есть убежище. Что-то убежище много рядом, да? Пополнить все. Что пополнить? Там ничего нету. Чтоб что-то пополнять. Ну, я буду действовать так, как действовал бы он. То есть, по уму. Зачем ввязаться в бой, если его можно избежать? Да, конечно, я там что-нибудь возьму, но, блин. Я постараюсь быть пацифистом-избегальщиком. Так, изготовление предметов. У вас достаточно много для улучшения оружия. Какого именно? А у меня есть старая лупара. Про себя я почему-то прочитал это по-другому, но не буду говорить как. Это ближний бой, да? Его можно поставить, получается, сюда. Давай попробуем прокачать мачете, если получится. Улучшение оружия, собирать уровень. Это понятно. Да, я уже могу. Так, что я сделал? Увеличивает наносимый урон, улучшает расход выносливости. Блин, да и то неплохо. Но и то одновременно не возьмешь, поэтому возьмем что-то. А, можно и так. Отлично. Ну вот уже что-то. Согласись-ка. Здесь мне не хватает часть обычного спускового механизма. Здесь мне, да, или то, или другое прокачивать получается. Здесь у меня ничего нету. Так, а если я... Куда мне могу поставить дробовик? Да, сюда могу поставить дробовик. Скорость стрельбы 10, время перезарядки 15. Здесь урон 160, время перезарядки 10. Скорость стрельбы... Ну, как бы да, такая убойная штука, дрюка. А у меня к ней есть патроны? Да, два патрона есть. Ну, оставим для какого-нибудь босса или что-нибудь такое, с которым будет тяжело справиться. Так. Все, больше здесь особо ничего не найдешь, да? Такие глуповатые убежища, такие чеки-поинты. Я не знаю, потом надо будет возвращаться обратно в какие-то места или... Игра коридорная. Я почему-то считал, что она игра с открытым миром. Давайте сохранимся. Ну, вернее, прокачаемся, да? У меня 205 единиц опыта. И чтобы открыть следующую, надо 1300. Ну да, похоже, я ничего сейчас не прокачаю. Здесь за 200 ты ничего не купишь. За 200 не купишь ничего. Все 300 идет, да? Так, когти. Когти оружия все-таки ближнего боя. Ближняя дистанция, которая носит урон всем живым существам перед вами. 220-190. Ну, кстати, получше по урону. Теневой туман. Ну, понятно. Оборонительные. Ну, в любом случае, денег мне не хватает. Ну, будем считать, что я сохранился. Идем дальше. Я понимаю, что вы, наверное, хотели, чтобы я этих чуваков замочил. Но я такой, что не буду. Пошли сюда. Так, что у меня сейчас стоит, чтобы случайно не пальнуть? Северный док. Ну, идем по следу. Здесь он кого-то прям очень давно уже услышал. Свежая кровь, ей пахнет отовсюду. Запах такой сильный, что кружится голова. Так, что я с него взял?
Свинцовый пруд. Так, что-то врагов-то я здесь не вижу. Это вот. Ого, неизвестный паренек. С ним можно будет побазарить. А, это как раз Уильям Бишоп, тот самый, которого мы ищем. Он не один? Старая коса. Двуручное оружие. Чтобы задействовать особое свойство двуручного оружия, выберите его и нажмите. Например, косой можно отразить удар. Если вы сделаете его вовремя, то нанесете врагу большой урон, оглушите его. Это есть круто. Это есть круто. Да что ж такое-то? Я еще путаюсь в игре. Со временем этого не будет. Так. А, то есть у меня или коса, или другой набор, да? Ну, а что у нее по урону? 99, не, ну значит на по урону лучше. Ну давай с косой побегаем. Я несу смерть. Отсюда и в завершение несет бойней. Так, что-то я не могу ничего включить и ничего взять в руки, поэтому скорее всего здесь будет сейчас сюжетный ролик или сюжетный диалог. Даже зрение включить не могу, по которому я нашел бы что-то интересное. Это существо не в себе. Придется его уничтожить. Пошла вода горячая. О, здесь даже урон показывается. Уильям Бишоп. Ох ты, сука. Я вроде как парировал, да? Ну здесь как Dark Souls, 2-3 удара, не больше. Блин, не успеваю я. Я уже нажимаю? Может, потому что у меня выноска падает быстро. Ну, боевка, если честно, однообразная, это безобразие. Да, выносливость у меня съелась вообще капец. Давайте ее подкопим. Сейчас его нельзя бить, он запарирует меня. Но одно я понял точно, за выноской надо следить. Куда он прячет оружие, да? Вопрос уже был. Видимо, у вампиров очень глубокие недра. Так, что себе взять-то, что-нибудь можно? Это какой-то такой вампир, жесткий. Что-нибудь хочется подобрать интересненькое здесь такое. Вот, например, монетки. Наверх меня не пустят. Да еще не поздно, подождешь, я пока пособираю. Хорошо. Ну, давай побазарим. Уильям был достойным человеком, я мог его спасти. Мистер Хэмптон, вы здесь? Я хорошо его знал. Еще одна заблудшая. Мой единомышленник. Сэр, послушайте меня, я врач. У вас шок. Я должен вернуться в свой пас, и без меня не события спусти. Учтите, некоторые скакали так же живучи, как и мы. Кто вы? Что значит скали? Вы в самом деле необращенный. Легко было догадаться. Постойте, вы та женщина из паба. Вы такая же, как я. Вы мне поможете? Я, кажется, уже это сделала. Я, кажется, влюбился. Клянусь святым Георгием, вы раскрыли тайну этих жутких убийств. Дайте мне минутку, и я помогу вам. Сейчас я пришвартуюсь, и мы все наконец покинем это ужасное место.
Уэлли не был преступником, это все его жажда. Он должен был напиться. Этот человек нуждается в медицинской помощи, мы доставим его в ближайшую больницу. Нет, не надо, я должен вернуться к пастве, я нужен ей. Сядьте, сэр, доверьтесь доктору Суонси, он наверняка сообразит, как вам помочь. Советую присоединиться, скоро взойдет солнце, и вам нужно будет где-то отдохнуть. Одну минуту, если я узнаю, что происходило с Уильямом, то смогу чуть лучше понять, что приключилось со мной. Так, заглянуть, куда? Взять образец крови из трупа Уильяма Бишопа. А где труп Уильяма Бишопа? Вот он. Это существо точно не мой создатель. Может, он из какого-то подвида вампиров? Нужно где-нибудь провести анализ. Так, вроде ничего не пропустил. Ну, у игры неплохая режиссура, именно вот перехода от катсцены к геймплею и обратно. То есть единое повествование, да, без каких-то загрузочных экранов, это радует. Это радует. Куда мы направляемся? В Пембергскую больницу, она на другом берегу канала. Там найдется койка для бедного мистера Хэмптона. Это Уильям. Кем он в итоге остал? Охотником, добычей, злодеем, жертвой. Кто знает? Главное, что мы его остановили. Понятно. А женщина? Кто она? Какая женщина? Не держите меня за дурака. Вам обоим было нужно, чтобы я нашел этого Скаля. Вы должны знать, кто она. А я что, у вас джентльменом? Не стоит обсуждать леди за ее спиной. Тем более, что она предпочитает действовать инкогнито. А если бы Лондон был таким же спокойным, как каким кажется отсюда? Но, увы, это лишь туманный морок. Если честно, я всегда обходил этот район стороной. Пембергскую больницу – последняя преграда на пути инфлюенции. Эпидемия уже опустошила Ист-Энд. И конца и не видно. Мы сражаемся с болезнью на передовой. Вы там работаете, доктор Солнце? Я главный врач Пембургской больницы. Я думал, что вас прислал этот таинственный орден, братство Эпитхахали Святого Павла. Да, но прежде всего я человек науки. Такой же, как и вы, доктор Рид. Откуда вам известно, кто я? Не скромничайте, все знают доктора Джонатана Рида, если я не ошибаюсь. Вы довольно авторитетный хирург. Так меня зовут, сэр. Разумеется, у меня были сомнения, но они развеялись, когда вы взяли у бедняги образец крови. Сам доктор Рид, чудесно. Мы встречались? До войны я посетил 3 ваших семинара. Я восхищен вашими исследованиями. Какой поворот судьбы? Самый известный английский гематолог возвращается в Лондон, став вампиром. Снова это слово. И вы зовете себя ученым? Понимаю вас. Обычно много разоблачают мифы, но что делать, если они входят в нашу жизнь? Братство Пола посвятило себя их изучению. Вам столько предстоит узнать. В этом вы правы. Тогда скажу вам откровенно, такие врачи, как вы, нужны нам в Пембургской больнице. Вы получите работу и сможете спокойно обдумать свое положение. Не знаю, что сказать. Я хотел вернуться домой, к больной матери, но это было до того, как я подхватил эту заразу. Доктор Рид. Подумайте над моим предложением. Я поставлю вас в ночную смену, и вы получите хороший предлог не появляться днем. У вас будет приличное жалование и место, где можно спрятаться. Я даже захотел с собой чистую одежду. Что скажете? Ну, что скажете? Похоже, выбора у меня нет. Благодарностью принимаю ваше предложение. Великолепно, Джонатан. Спасибо судьбе за начало нашей прекрасной дружбы.
Я понимаю, на этом заканчивается наше обучение, начинается открытый геймплей. Пембрукский госпиталь. Музыка здесь прикольная. Атмосферу создает очень хорошо. Доктор Свонси, слава богу, я уже начала беспокоиться. Успокойтесь, сестра Крейн, у меня хорошие новости. О, доктор, началась ужасная ночь. Мы потеряли еще двух пациентов. Сестра Скоу сказала, что с нее хватит, и уволилась. Ну что ж, утром составлю новый график. Отащите пока хорошую постель для мистера Хэмптона и дайте ему все необходимое. Конечно, доктор. И вот еще что, Дороти, да, доктор? Это доктор Рид, он только что с фронта, он служил королю и империи, а теперь будет помогать нам здесь, в больнице. Большая удача заполучить такого одаренного хирурга, тем более настолько опытного в переливании крови. И верно, хорошие новости, доктор. Проще перечислить, что у нас в больнице есть, чем сказать, чего нам не хватает. Этот корабль еще не пошел ко дну лишь благодаря таким, как сестра Крейн. Будут вопросы, обратитесь к ней. Учту, спасибо, Эльдар. Ваша помощь нужна мне очень важна. Добро пожаловать в наши ряды. Иду, сестра, иду. И тут я предполагаюсь сам себе. Куртягину какую-то модную нашел. Слушай, ну приоделся как городской пижон. Доставьте меня в больницу. Обновление задания.